владением Костина. 50 секунд большинства позади. Чудинов сам поехал, приехал. Между трех соперников оказался. Хотел сделать передачу, не получилось. Попал под силовой. Но, в общем, если ты закатываешься между трех действий соперников, чтобы поделать. Но вот дальше, ключевым моментом, как выяснилось, было то, что привел шайбу Чудинов. Было то, что он оставил ее в игре и дал своим партнерам шанс разыграть. И вот теперь возвращаться к словам Александра Хованова, сказанным еще перед матчем, когда показывали нам фрагменты предыдущих матчей серии и гол Шипачева, и о том, насколько беречные передачи в исполнении СКА опасны, и о том, насколько СКА в большинстве это потенциальная угроза каждый раз. Я бы добавил еще о том, насколько Вадим Шипачев хорошо контролирует шайбу и происходящее на площадке. Да, то есть поперечная передача, все четыре игрока Локомотива, пожалуй, за исключением Кромова, да, который опекал Дадонова на пятаке, у него как бы все равно в приоритете был игрок, который находился перед воротами Мурыгина. Все игроки вынуждены были менять позицию, как только они сделали движение в направлении Вадима Шипачева, он просто в противоход им. Передачи Вадима Шипачева на 27-й. Шайбу забросил Никита Гусев. Гусев забрасывает номер 90.